Да. Окей. Всем добрый вечер. Здравствуйте, я Зев Рубинс. Мы продолжаем, значит, наши занятия по четвертой книге Торы, по книге Бамидбар. И если уж так вышло, я продолжу линию с прошлого урока. И мы увидим, что опять-таки то, что описывает Тора, вполне актуально, как выводы для нас сегодняшних тоже. И я хотел поговорить именно про разведчиков, про главу, которая была у нас в диаспоре. И мы увидим, что разведка, и это видно заметно сегодня, в сегодняшней войне, эта штука не просто важная, это вещь критичная, которая более чем критична. Мы это сейчас увидим в конце. Окей, поэтому я хотел немножко проанализировать главу Шлах, где Моше посылает разведчика. Конечно, опять-таки, это не разведчики в стиле Матахари, хотя мы видим, что разведчики, которые в книге Йошуа, они, да, работали в стиле Матахари, да, то есть они приходят к женщине, которая содержит разные такие заведения, как сказать, от легальных до нелегальных, где люди пьют и говорят все, что нужно, и все, что не нужно. Да, это вот Матахари собирала всякие такие политические слухи, назовем это так. Значит, здесь наши разведчики занимаются вещи вполне интеллектуальные, интеллектуальная разведка. Да, то есть речь идет в первую очередь про оценку. Да, оценку, что, чего и как. И два главных вопроса, над которыми рассуждают, значит, все комментаторы, кто же послал и зачем, с какой целью. То есть есть два вопроса, кто и, соответственно, когда поймем кто, то зачем. Дело в том, что, опять-таки, эта же история, которая у нас в четвертой книге Торы, в главе Шлах, в книге Бамидбар, в пятой книге Торы, в самом первой главе книги Дворим, упоминается абсолютно в другом контексте. Евдокия, приветствую, добрый вечер. И там написано не то, что немножко в другом ключе, а совсем, прямо скажем, в обратном ключе. Из чего, значит, многие комментаторы делают прямо противоположный вывод. Поэтому вопрос первый. Кто послал разведчиков? Да, значит, сейчас у нас в Торе написано Бог. Да, значит, и Господь сказал Моше, говоря, пошли от себя людей. Шлах леха. Слал Господь. В то время как в пятой книге Торы написано, вы подошли ко мне все и сказали, давай пошлем разведчика. Ох. Здесь мы вступаем в сторону проблем. Значит, Раши напрямую считает, что посылка разведчиков здесь, в четвертой книге Торы, это грех. Я цитирую Раши. Шлах лиха, пошли себе, по твоему мнению, потому что это не мое мнение. Мы сейчас это увидим, да? То есть я не ожидаю, говорит Всевышний, что ты пошлешь разведчиков. Обратите внимание, что Моше говорит, пойдите там разведайте, посмотрите, хорошая ли земля, что, чего, с какого перепугу нужно проверять, хорошая ли земля Израиля. Всевышний сказал, что это прекрасная земля, текущая молоком и медом. Это сказано напрямую в Торе. Всевышний сказал, земля хорошая, точка, конец фильма. О чем тут есть еще рассуждать? То есть здесь мы видим опять-таки, что Раши понимает глубину проблемы. И причем это не просто разведчики от себя там решили чего-то добавить, они добавили много вещей. Здесь добавляет Моше, наш, как сказать, самый человек, который близкий к Всевышнему, отец пророков и так далее. С какого перепугу нужно проверять землю Израиля? Она уже проверена. Она святая земля. Это ваша родина, на которой вы там 400 лет не были в Египте, там размножались, становились народом. Поэтому, опять-таки, вся вот эта вот история, она звучит очень проблематично. И поэтому сразу скажу, опять-таки, есть
два понимания, значит, кто посылает этих разведчиков, то ли Всевышний, то ли евреи. Соответственно, цели у них разные. Какая цель у людей, у евреев, которые посылают разведчиков? Они это говорят напрямую. Лахпор лану, это арец. Разведать нам, выкопать, да, то есть найти тайные входы, тайное что-то, чего-то, да. То есть это классическая разведка, не разведка боем. Разведка самая настоящая, когда люди идут высмотреть. Не случайно на старорусском языке, значит, эти группы называются соглядатаи, какие-то люди, которые смотрят, да. Опять-таки, не случайно знаменитая шутка говорит, да, наши разведчики, а их американцев, шпионы, да. То есть шпион – это что-то плохое, а разведчик – это что-то хорошее, да. То есть вопрос, кто кого посылает, если мы, то у нас все хорошо. Но в принципе, опять-таки, разведка – это вещь не просто интегральная, это вещь важнейшая. Мы видим это в конце сегодняшнего урока. И поэтому Раши воспринимает изначально всю эту историю как большую проблему. Как большую проблему. То есть попытка примирить, значит, эти две истории, кто кого послал. То есть, грубо говоря, посылка разведчиков снизу или сверху примирить можно следующим образом. Это многие современные комментаторы делают. Значит, евреи захотели разведать, и это то, что там написано, и вы подошли ко мне все. Более того, Раши говорит, «Тикарвуна ляйкурхэм бирбувья». Значит, вы пришли ко мне все смешанные. Значит, дети давят стариков, старики давят детей. О чем это говорит? Что тема разведки важна всем, даже детям. Дети понимают, что нужна разведка перед войной. О как! Какие прогрессивные еврейские дети там в пустыне. А, да, значит, то есть на второй год, это прошел год и месяц, да, а не год и месяц в пустыне, Синайская, создали переносной храм, и теперь вперед входим в Святую Землю, это цель исхода из Египта, дарования Торы, и даже дети, о какие продвинутые, понимают, что нужна разведка. Тогда Всевышний говорит, хорошо, если вы такие умные, вы умнее меня, вы мне не доверяете, хорошо, я даю вам мандат, идите и значит, идите и разведайте. Что мы можем, однако, изучить из того, что Моше посылает 12 глав колен? Это какая разведка? Это что за такая разведка? Значит, люди, которые важные, знаменитые, известные, видимо, не молодые, главы колен, да, то есть они там вдвоем несут гроздь винограда. Ну, конечно, можно сказать, что гроздь винограда большая, плоды земли Израиля, они огромные. Это так. Кстати, я читал одну очень интересную работу профессора Юда Феликса, который доказывает академическими методами, что если сравнивать римских солдат и еврейских солдат, мы говорим про восстание Бар-Кохбы, конец второго храма, да, значит, разрушение второго храма. Так вот, из открытых источников, не секретных, еврейский солдат был выше римского в среднем на голову. О чем это говорит? Это говорит про две вещи. Первое, что еврейские солдаты были сильнее, один на один. Чтобы одного победить, нужно было 2-3. И второе, это объясняет, почему римляне так долго не могли победить Греков. Нужно просто больше солдат. Самолетами не подвезешь, по полгода корабли плавают. О чем это говорит, значит, что да, что значит еврейские солдаты вот такие были сильные? У них была хорошая пища. Другими словами, это вот та земля Израиля, которая прекрасна, что в ней прекрасные плоды, которые выращивают сильных людей на них. И это, кстати, то, что значит, здесь вот в Торе Моисей посылает этих разведчиков. Да? Значит, он им говорит, идите, значит, и посмотрите, какие там города. Какие там города, укрепленные, неукрепленные. Какой вариант лучше для нас, для тех, кто пытается захватить эту страну? Казалось бы, неукрепленные, неукрепленные места легче взять. Ответ нет, ровно наоборот. Раши пишет, знаменитый Раши, что если города там укрепленные, то они боятся, они слабые, они полагаются на силу стен. А если города неукрепленные, то они полагаются на собственную силу, на собственный героизм. Поэтому, как ни странно, еще раз, не верь глазам своим, когда есть стены, значит, народ слабый, скрывается за стенами. Когда нет стен, полагается на собственный героизм. Могу вам сказать, что сегодня
То же самое работает в Израиле. Могу привести пример места, где я недалеко жил, Кирьят-Арба, Хеврон. Значит, Хеврон в основном арабский город, есть небольшое еврейское поселение в центре, а Кирьят-Арба еврейский город. Так вот, Кирьят-Арба горжена стеной, колючей проволокой, и ничего не помогает. Постоянно какие-то террористы пытаются прорваться, какие-то теракты и так далее. Это на юге Иудеи. Теперь, к югу от Иерусалима. К северу от Иерусалима есть поселение, значит, типа Офра, значит, поселение, да, значит, где недалеко от Рамалы находится, нет забора, нет ничего. Ни каменного, ни железного, никакого, ни бумажного. Что вы думаете? Нет терактов. Почему? Это называется вритярта, сдерживание. То есть окружающие, значит, террористы опасаются не то, что нет забора, опасаются ответной реакции. То есть опять-таки люди, которые живут там в Офре и подобных там поселениях, недалеко это нет одного такого поселения без забора, они полагаются на свою силу, на свой героизм. Если не дай Бог что-то произойдет, они так выйдут, так всех покрошат в порошок, что никто даже не начинается. Поэтому Раши говорит, да, опять-таки, что если укрепленные города, это говорит о том, что они слабые. Да? Ну, как интересно, ровно наоборот. Хорошо. Теперь, значит, дальше мы знаем, разведчики расскажут, что там были какие-то великаны, значит, да, там четверо. Кирьят-Арба, поселение четырех, там, значит, Тилмай и, значит, и трое его сыновей. То, что люди великаны, это хорошо или плохо? Как вы думаете? Это и не хорошо, и не плохо. Зависит от для кого хорошо. Для нас. Еще раз, мы оккупант, мы страна, которая готовит, да, нападать. Мы рассматриваем страны будущего агрессора. Это мы. Да, тогда плохо. Да. Рахайма Кадош говорит, если они великаны, значит, почва хорошая. Конечно. Климат и еда хорошая. Конечно. Если, да, это Раши пишет напрямую. Если там великаны, значит, это прекрасно. Значит, прекрасно. Это роскошная земля, угу, на которой растут сильные люди. Еще раз, я сказал про еврейских солдат. Что говорит профессор Феликс? Еврейские солдаты были выше на голову римлян, буквально, не фигурально, буквально, физически, потому что они кушали более лучшую пищу. Земля Израиля славилась своими плодами. Угу. Воевать-то с ними не страшно. Еще раз, ровно наоборот. Нужно учиться мыслить нестандартно. Ровно наоборот. Мы хотим... То есть Раши про это пишет тоже, что, значит, эта вот земля, она... выращивает сильных людей, mm-hmm, или слабых. Она выращивает много населения или уменьшает население. Например, пустыня не способствует, чтобы люди там много жили, правильно? Да. Пустыня уменьшает население. Да, да, пустыня, значит, у людей определенный образ жизни, определенный образ питания и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот пустыня как пример земли, которая выращивает, нельзя сказать, что людей слабых, но вполне определенных. Поэтому, опять-таки, параши, да, значит, умарится, и ешерец мегаделет габарим, ешерец мегаделет халашим, еш мегаделет ахлусин, еш мемета тахлусин. Значит, да, значит, что Раши говорит, есть земли, которые выращивают героев, и их много, есть земли, которые выращивают слабаков. Знаете, скрипочки играют там, да, на пианино, да. А есть земли, которые выращивают боксеров, джедаистов, биатлонистов, таких серьезных людей. Да? Есть земли, которые выращивают много населения, и есть мало. Поэтому, опять-таки, ровно все наоборот. Ровно наоборот, чем мы думаем. Если есть великаны, это хороший признак нам. Хорошо. Пойдем дальше. Значит, поэтому получается, опять-таки, что изначально у нас есть проблема, с какого перепуга евреи там проверяют землю. Моше говорит, проверить, есть ли там дерево или нет. А если нет деревьев, то что, не пойдем туда жить? Вернемся в Египет? Это наша родина, мы идем туда. Это наша цель. Да? Поэтому эта вся проверка, вот, которую высказывает Моше, она очень-очень-очень проблематична, очень странна. Значит, Рамбан Нахманид, значит, он пишет другую мысль. Он пишет, что
Опять-таки, вся наша идея, вся наша проблема – это примирить разведчиков с 4 книги Торы с разведчиками 5 книги Торы. Я еще раз напоминаю, это одни и те же люди, это одна и та же история в один и тот же год, которая произошла. То есть, опять-таки, Второзаконие – книга, которая немножко подобна хроникам в Танахе, дают абсолютно другой свет, иногда другие факты на то, что мы, казалось бы, уже знаем. Из книги Берешит или Шмот в начале Торы. Так вот, опять-таки, Нахманид говорит, что разведчики из пятой книги Торы, они были посланы евреями для разведки. Комментарий, объяснение для военной разведки. Да, значит, то есть нужно захватывать землю естественным путем. Не надеяться на чудо. Да? Все мы знаем, что нельзя надеяться на чудо. Да? Поэтому нужно заниматься разведкой. Все нужно стараться. Карты, компасы, тренировки. Все, что нужно. Поэтому Рамбан говорит, это вот была разведка в рамках того, что мы не полагаемся на чудо. Казалось бы, прекрасно, да? Опять-таки, мысль не полагаться на чудо, она очень известна. Я очень часто эту историю привожу. Она из Талмуда. Значит, в Томе Шаббат есть знаменитая история. Значит, история про одного человека, у которого умерла жена и оставила ему ребенка, младенца, которого нужно кормить. То есть после родов умерла. Это была тогда тяжелая беда в те годы, еще 200 лет назад. И, естественно, он сам не мог кормить. Что делали в таких ситуациях? Матерны искусственного питания тогда не было, 100 лет назад тоже. Значит, тогда, значит, платили деньги тому, кто мог кормить. А кто мог кормить? Любая женщина может кормить. Ну, женщины, скажите нам, не любая женщина может кормить. Правда, Евдокия? Женщина только, которая сама недавно родила, кормит своего ребенка, она может и другого покормить. Поэтому кормилицы, так называемые, которых брали за деньги, это те, у кого был собственный ребенок, могли еще организм женский пристраиваться, там один ребенок, два ребенка, это возможно. И, в общем, и не было у этого человека денег даже снять кормилицу своему, значит, сыну, у которого умерла мама. Случилось ему чудо, и открылись у него груди, как у женщин, у мужика. Это задолго до всех историй про трансгендеров и смены пола, да? Мы говорим про эпоху Талмуда Вавилонского. Открылись у него груди, как у женщины, и стал кормить ребенка. Сказал рав Йосеф, Вавилонская мура, смотрите, какой великий был человек, что ему сделалось такое чудо. Восклицательный знак. Сказал Абайе, наоборот, смотрите, какой низкий человек, что Всевышний должен все бросить, заниматься им, изменять все законы мира, изменять то, что он положил с сотворения мира. Восклицательный знак. Да? То есть ровно, опять-таки классический еврейский подход. С одной стороны, вау, какое чудо. А с другой стороны, если человек такой вот был, олух небесный, который даже денег у него нет, чтобы своего сына нанять ему кого-то, Всевышний должен вмешаться, сделать мужчины женские груди. Это нормально? Не совсем. Да, значит, опять-таки, Маараль исправи комментирует это своим известным путем, не каббалистическим, ровно наоборот, очень рациональным, говорит, ничего подобного, не открылись у него груди этого человека. Всевышний сделал так, чтобы у него появились деньги, а за деньги он уже снял женщину. То есть чудо было в том, что у него образовались деньги. Как, что, Маараль не пишет, это не важно. Да? Поэтому, еще раз возвращаясь к этой мысли, опять-таки, нельзя полагаться на чудо. Можем мы полагаться, что с каждой проблемой у мужчины откроются женские груди, если нужно молоко? Нет, конечно. Поэтому полагаться на чудо нельзя. Поэтому, да, значит, Рамбан говорит, вот они, Нахманид говорит, они вот шли в разведку. Все как надо, по-военному. Есть, значит, еще дальше идет, значит, Рабену Бехаей, комментарии на Торы. Они, кстати, с Новгорода были. С Нахмадидом, из Жироны, это под Барселоной, где он долго и подробно описывает, что нужно все полагаться на естественные, значит, на природные законы. Мы верим в чудо, надеемся на чудо, но мы не планируем чудо. Мы надеемся, что мы сумеем победить естественным путем. Все здесь хорошо, естественным путем, но это относится к нам, к поколению, которое живет сейчас. Поколение пустыни
оно шло руководимое чудесами. Я напоминаю, и Парамбан это напоминает, что это люди, которым ночью светился огненный столб, а днем облачный столб их вел. И поэтому зачем нужна была разведка? Ответ, она совсем была не нужна. В Торе Всевышний напрямую гарантирует евреям, что он пошлет там перед ними ангела. И он там все сделает. И это написано в Торе напрямую. И да, вишалахти малах лифанеха, пошлю ангела перед тобой. И более того, мы сейчас увидим, есть аналогичная история про захват Израиля уже Йошуа, Бенуном, в следующем поколении. То же самое. Приходит ангел и все разруливает на месте. Поэтому, опять-таки, с одной стороны, традиция наша нас приучает к тому, чтобы не полагаться на чудо, что нужно все руководствоваться естественным путем. Мы называем это иштадлут, старание снизу, да, пробуждает помощь сверху, с небес. Все это верно. Но в их поколениях это работало ровно наоборот, потому что Всевышний им гарантировал определенные вещи. То остались тем же, с чем мы остались, что в разведку ходить не нужно было. Тем не менее, мы видим, что Всевышний их посылает в разведку. Говорит Моше, иди, пошли людей. Мы можем догадаться, в чем была идея послания вот этих вот 12 глав колен. Идея очень простая. Они идут в разведку. В разведке можете ставить перед собой разные цели и вопросы. Например, можно отвечать на вопрос «как?». Как нам захватить эту страну? Чтобы захватить как страну, нужно найти самый кратчайший путь. Это то, что делают разведчики поначалу. Идут там в Хеврон, Нахаль-Эшколь. Для этого не нужно ходить 40 дней по Израилю, то, что они ходят. Из того, что Моше послал 12 глав колен, и более того, в этих 12 главах колен одного колена не хватает. Какого? Кто обратил внимание? Марта, Евдокия, Дима знает. Какого колена не хватает там в списке? Йосефа? Нет, Йосефа там как раз двое. Там есть от Менаше. Колено Леви. Да, конечно, Свет. Колено Леви. Из того, что нет колена Леви, что мы учим? Что у колена Леви нет дела в земле Израиля. Да, они хельхакава, они нахалатеха. Это написано в Торе. Я, говорит, Всевышний, твое, значит, твой удел и твоя, значит, твое наследие. Из чего мы видим, что посылка разведчика была, чтобы ответить на вопрос, не как будем захватывать, а как будем делить добычу, как поделим землю Израиля на 12 колен. Это замена из текста. Потому что, когда нет Леви, это всегда 12 наделов. А Леви там нет. От колена Иосефа есть двое. Есть Ефраим, есть Менаше. Поэтому, значит, разведчики из нашей недельной главы Шлах, из 4 книги Торы, не просто отвечают на вопрос «как», а даже на вопрос следующий «как». Как будем делить землю на 12 наделов? В то время как разведчики из 5 книги Торы, из Дворим, напрямую посылаются в разведку. Пойдите и узнайте нам, как захватить. Как захватить, и, собственно, они там это в Торе говорят напрямую, как захватить, на какой город идти? Направо, налево, вверх, вниз. Какой слабый город, какое слабое место и так далее. Понимаем, да? То есть, грубо говоря, идя в разведку, вы должны четко сформулировать вопрос. Что вы хотите разведать на самом деле? Значит, поэтому, опять-таки, разведчики наши, которые сейчас 12 колен, перед ними Моше поставил задачу разведать наделы. Где какая река, где какая гора, где какая низина, где какие поля, кто что возьмет, кто кому что уступит. Вот это пойдите разведайте. Не пойдите разведайте, будем ходить или будем ходить. Обратите внимание, разведчики сами, без того, что кто-то им наказал, сами сменили тему разведки. Разведчики
решают вообще глобальную задачу. Будем входить в Израиль или не будем? Кто-то их просил это делать? Никто. Правильно? То есть разведчики, опять-таки, еще раз повторяемся. Народ послал разведчиков, чтобы разведать, как захватить. То есть народ решает тактическую задачу как? Народ согласен, что нужно идти в Израиль и захватывать. Как захватить? Моше, Моисей, идет еще дальше. Он даже не волнуется, как захватить, потому что Всевышний поможет, он так гарантировал, пошлет ангела перед собой. Моше отвечает на следующий вопрос, как будем делить на 12 наделов, что кому перепадет. Да, то есть Моше, как шахматист, на 2-3 шага вперед рассчитывает. А разведчики решили вернуться на несколько шагов назад и решить базисную задачу, а именно зачем, почему. То есть как, это просто технически, как будем делать, то, что будем делать, захватывать уже понятно. Разведчики буквально делают несколько шагов назад, один шаг вперед, два шага назад, и говорят, а зачем нам захватывать эту землю? А нужно ли нам это делать? А может быть, лучше в пустыне поживем? То есть это совершенно другая разведка, совершенно ответ на другой вопрос. То есть у нас есть 4 стороны в данной истории. Есть Всевышний, который вообще считает, что разведка не нужна. Это хорошо было в моих глазах, говорит Моше. Это Раши приводит так, но они в глазах Всевышнего. Вот Всевышний уступает и говорит, хорошо, хотите разведку, пожалуйста, идите. Моше признается, что это была не его идея, но он нашел ее хорошей, что ко мне вы подошли, весь народ, и сказал, давайте пошлем разведку, как? Народ хочет узнать, как будем захватывать. Практический вопрос. Моше использует это как трэмп, как подвозку. Говорит, о, неплохая идея. Мы не будем послать несколько делегаций, пошлем одну, которая нам скажет, какому колену что будем делить. Как делить будем? Захватим без проблем. А разведчики, четвертая сторона дела, решают все совсем переиграть. Они решают, говорят, будем решать стратегический вопрос. А нужно ли нам это вообще делать? И, конечно же, они говорят, что захватывать нам не нужно. Почему? Почему они говорят, что захватывать нам эту землю не нужно? Не сможем захватить. Ну, кто помнит, Света? Потому почему? Что там что-то наши, я помню, что наши дети там что-то будут, ну, что там связано с детьми там, они аргументируют. Они говорят, что ваши дети, да, все падут. Да, да, да. А разведчики говорят следующую вещь, что там живут великаны, да, против которых великаны, мы не сможем. Да, они да, сильнее нас, эти великаны. Окей? Да, да. Мы же сказали, великаны – это хорошо, это признак, что это хорошая земля, которая дает хорошие продукты, выращивает сильных людей. Разведчики говорят, это очень плохо. Во-первых, мы не сможем воевать, они сильнее нас, это первое. Но второе, есть знаменитый Раши, который говорит, разведчики были наказаны за дебатарис, за злословие про землю Израиля. Что такого они злословили про землю Израиля? Чего они там злословили, разведчики? Земля убивает своих людей. Земля пожирающая. Эрец хэлет вешвея. Земля пожирающая своих жителей. Как они к такому интересному выводу пришли? Мидраш рассказывает там, ну, зачем я буду рассказывать? Вы же скажите, Раб. Нет, я хочу, чтобы как раз вы рассказали, потому что это как раз интересно важно. Там был Иов, который очень... А, да-да-да, Иов, да. Ну, я не в сторону Иова, а в сторону, что Всевышний сделал им чудо, и когда они там ходили, то там умирали люди. Люди, эти местные, это похоронами. Да. Были похороны Иова, да, и они там собрались. Это не важно, чьи похороны, были похороны не только Иова. Я даю вам, в принципе, идею, да? Да. Там, когда да, они ходили, Всевышний сделал им чудо, чтобы, представляете, ходит толпа людей, 12 человек, да? Там
ну, непонятно, с секретаршами или с водителями, ну, допустим, без секретарши-водителей, да, сами сели на лошадей, на ослов поскакали, допустим, или пешком шли, да, 12 новых человек, хорошо одетых, таких немолодых, то есть серьезные такие ребята, да, издалека пришли, не местные, да, вот, местный язык знают, кто они, что они такие, есть много вопросов, правильно? Теперь, чтобы на них не обращали внимания, Всевышний устраивает там разные похороны. Да? Угу. Из чего? Извини, Раби, но они знали, что евреи подошли? Или это же не тоже толпа пришла такая? Сейчас мы увидим, знали или не знали. Сейчас, секунду. Еще пару минут. То есть, опять-таки, разведчики абсолютно неправильно интерпретировали реальность. Всевышний помог им замаскироваться. Они не ползали в кустах. Как там разведчик там один на роту, да, там или два там есть, да, они шли не скрываясь, чтобы никто не подходил, спрашивал, дядя, откуда ты? Всевышний сделал так, что все люди заняты там своими проблемами, именно умирают люди. Так вот, наша разведка абсолютно неправильно интерпретирует то, что она видит. Все понятно? Да. То есть, кроме того, что разведка стала спрашивать не те вопросы, разведка даже, когда она увидела факт, это правда или не правда, что люди умирают? Правда. Но вопрос, почему, который они так поставили, не сумели правильно ответить. Таким образом, опять-таки, одна из центральных проблем в разведке – это интерпретация факта. То есть, достичь факт, узнать его – это относительно легко. Вопрос, как его понимать, как этот факт интерпретировать, вот это сложно. И поэтому еще раз, ошибок в разведке очень много было, да? Самая знаменитая израильская ошибка израильской разведки – это просмотрели войну в Йом-Кипур. Да? После шестидневной войны, значит, Моше Даян, архитектор, так сказать, мистер обороны в шестидневной войне, значит, заявил, они, арабы, еще 1000 лет на нас не нападут. Напали через 6 лет, в 73-м году. Просмотрели полностью. Разведка докладывала, это все маневры. То есть это получило название концепции. Как концепция, сегодня на иврите, это отрицательное слово, плохое. То есть когда человек заблуждается и сам подогревает собственное заблуждение. Человек что-то себе придумал и подтверждает собственное заблуждение. Игнорирует факт. Даже когда видит факты, неправильно их интерпретирует. Это что описывает Тора? Что наши разведчики, которые были умные люди, главы колен, да, то есть судьи, несомненно, они неправильно интерпретируют факты. Теперь посмотрим, знали или не знали про евреев, которые приходят. Есть аналогичная история про разведчиков, которая где у нас? В книге Йошуа. Собственно, это читали на главу Шлах. Да? Значит, там есть Рахав, некая женщина с низкой социальной ответственностью, и есть два разведчика. Да? Значит, теперь два разведчика, все это хорошо. И вот, значит, они приходят в Иерихо. Их не 12, их двое, прошу заметить. Они явно моложе, чем наши главы колен. Эти два разведчика, они там могут замаскироваться там в этих вот, как сказать... Нет, не раби вопрос, а Калев не был во вторых разведчиках? Калев единственный, кто был во вторых разведчиках 40 лет спустя. Он упоминается в Торе. Мы сейчас говорим про третьих разведчиков. Еще раз. Первые разведчики – это второй год пустыни. Вторая группа разведчиков – это 40-й год. Третья группа разведчиков – это не 12, а двое, которых послал Йошуа, чтобы взять Иерихо. И даже эти двое не сумели это сделать втихую. Про них узнал царь Иерихо. Перевод. Есть такая штука – контрразведка. Да, есть разведка. Есть контрразведка, да, СБУ там, ФСБ, ШАБАК, да, то есть разведка, которая против разведки работает. Так вот,
контрразведка в Иерихо про двух человек, которые молодые, которые могут там бежать в пустыню, которые на веревке там из окна спускаются. Люди явно молодые, не люди в 60-80 лет. Явно молодые, физически такие десантники с крыльями, да, там спецназовцы, все в полной программе. Даже их здесь двоих контрразведка узнала. Теперь, какие факты привезли нам вот эти вот разведчики со времен Йошуа? Они принесли очень интересные факты, а именно, Рахав говорит, мы прослышали, что сделал вам Бог, и сушил море, был из Египта, тра-ля-та-поля, полную еврейскую историю пересказал. Это первое. Поэтому, если Рахав в Иерихо, город довольно изолированный, у Мертвого моря сидит, знает про все еврейские дела, что евреи идут, нет никаких сомнений, что люди в Хевроне, который гораздо более центральный город, город большой, он связан с Египтом, про него в Торе написано, что он на 7 лет построен, чем раньше Цон египетский. То есть он как-то с Цоном связан. Да? Несомненно, что в Хевроне и в земле Кнаанской знали про евреев. Никаких вопросов. Откуда Рахав знала? Она явно не пророчица, и она не работает ни в разведке, ни в контрразведке. Она работает, мы сами знаем кем. Да? Она, так сказать, это босс этих женщин с низкой социальной ответственностью. Да? Теперь, значит, так вот, значит, еще раз, наши разведчики, третий разведчики номер три, группа номер три, из двух человек сюда, узнает, что, во-первых, мы все прослышали, что сделал вам Господь. Мы все знаем, что Господь воюет за вас, и наше сердце растаяло. Это то, что сегодня в военных сводках проходит как солдаты противника деморализованы. Это ровно оно, деморализация. То есть эти вот третья группа разведчиков, она не ходила, не смотрела города, не ходила, не встречалась с великанами, не ходила на похороны, изучала, земля кушает или не кушает. Их это вообще не интересовало. Разведчики пошли узнать слухи и сплетни, из которых вытягивается зерно истины. И они пошли в самое правильное место для этого. Злачное место. Где люди пьют, отдыхают, в лучшем и худшем смысле слова, и расслабляются. И разведчики приносят Йошуа то, что они узнали. Что, во-первых, про нас известно, мы не там за горой спрятались. Про нас знают, что мы евреи, мы идем. Но это не только неплохо, это хорошо, потому что нас боятся, их сердце растаяло, Господь нам все отдаст в наши руки. То есть вот что принесла разведка. Теперь обратите внимание, значит, разведчики номер три, разведчики, которые идут в Иерихо, они уж самые-самые разведчики, более intelligence не бывает. Значит, они просто вот лахпор арецбану, да, то есть пришли вот разведать тайные ходы, тайные тропы, тайные туннели. Хорошо. Естественно, их вот визит, он короткий. Это вопрос о том, что они там 40 дней делали в Израиле, группа разведчиков номер один. Понимаете, да? То есть они не занимались военной разведкой, они занимались военно-политической разведкой. Они пытались понять, дать оценку событиям, и они не сумели ее дать правильно. Так вот, эти двое занимались чисто военной разведкой. И они, опять-таки, они искали место, самое короткое, через которое можно захватить Иерихо. Правильно? Ну, логично. Теперь, они нашли это место. Как это место называется? Это место, где живет Рахав. Потому что у нее дом прямо в стене. То есть не нужно там подрывать, не нужно звать саперов, инженерные войска. Все гораздо проще. Мы нашли место, договорились с каким-то человеком, заплатили немаленькую цену. Рахав, согласно опять-таки мудрецам, сделал гиюр, она говорит это напрямую. Господь, он Ашему лю айлуким. Бог, он Господь всего мира. Да, с чего Талмуд заключает, мудрецы знают, заключают, что она прошла гиюр. Значит, стал еврейкой. Мы не знаем про ее семью. Прошли ли они гиюр? Убеждали ли они, что Бог, он Господь, оставили своих богов, неважно. Да, значит, так вот,
Смотрите, что происходит, да? Значит, как прошла, как потом пошла война в Ерехо? Самым чудесным образом, никаких натуральных военных действий. Евреи обходят Ерехо 7 раз, трубят шофары, все стены падают. Единственное место, которое не падает, это дом Рахав. Смотрите, то есть ровно наоборот, мера за меру, ровно наоборот. Да? То есть они думают, что они, разведчики военные, нашли место, через которое мы браво войдем в Ерехо. Это единственное место, которое не рухнуло. Что мы из этого учим? Что это тоже не нужно было. И эта разведная миссия была не нужна. Потому что еще раз, там к Иошуа приходит ангел Господень напрямую. Говорит ему, Шальна Леха Мерверха, сними обувь с места, где стоишь, потому что это святая земля. Я за тебя буду воевать. Никакая разведка к черту не нужна. Забудь. И чтобы подчеркнуть, что это и разведка Иошуа была лишняя, именно место, которое нашли для военной разведки, абсолютно не сработало. Не просто не сработало, а абсолютно не сработало. Таким образом мы видим, что поколение Моше и поколение Иошуа, где Бог обещал, я не просто буду с вами, я вам помогу захватить, да? Значит, землю Израиля, разведка была не нужна. То есть это как раз ровно наоборот было, ровно наоборот для нашего времени. В наше время разведка нужна. Теперь нужно сразу сказать, что Иошуа воевал там по-разному. В основном Иошуа воевал не один год. Война была довольно длинная, которую вел Иошуа. В основном, кстати, в годы Иошуа, в его войны, нужна была разведка, и война шла естественным путем. Евреи там даже проиграли поначалу. Но миссия, которую посылает Моше, разведчики номер один, и миссия, которую посылает Иошуа, разведчики номер три, они не нужны, ибо идет впереди них ангел Господень. То есть это исключение из правил, как Бог руководит миром. Это нам сегодня нужно посылать разведку, потому что у нас чудеса случаются крайне редко. В их время Всевышний им сказал напрямую, я посылаю своего ангела перед вами. Поэтому вы посылаете разведку, мне это не нужно. Мы знаем, что это земля текущая молоком и медом. Мы знаем, что у нее прекрасные плоды. Мы знаем, там вырастают даже великаны. Поэтому никаких сомнений, это прекрасная земля. И кроме того, мой ангел будет воевать за вас. Он ангел там раз, и рухнули все стены Ерехо, кроме дома Рахав. Поэтому, значит, теперь я потихоньку перехожу к выводам из всех этих историй про разведчиков. Значит, а выводы, они опять-таки следующие, что евреи согрешили, да, значит, и самим фактом посылания разведчиков, и то, что этим разведчикам говорится от имени народа, и то, что эти разведчики поставили себе как задачу, и то, что они пришли народу. Там все вместе, одно тянется клубок проблем и грехов, которые тянет одно за другое. И Моше в итоге говорит, что из-за того, что я послал разведчиков, Бог не дал войти мне в Израиль. Обратили внимание? Это в книге Дворим. «Вейтанев би ашем лиманхем». И на меня нападал Господь из-за вас, из-за того, что вы послали разведчиков. То есть мы привыкли думать, что Моше вошел в Израиль из-за того, что он там скалу ударил, из-за того, чтобы с ней говорить. Ничего подобного. Согласно простому смыслу Торы в книге Дворим, Моше не вошел в Израиль из-за греха разведчиков, из-за того, что послали разведчиков, а не нужно было. И уже не важно, на какой вопрос им отвечать. Как захватывать, или как будем делить, или нужно ли вообще нам заходить в Израиль. Это все были все вопросы лишние. Поэтому, смотрите, евреи проиграли эту войну при Моше. Война просто не началась. Евреи остались на 40 лет в пустыне. Йом ля-шана. День. Год за день будете в пустыне. Да, 40 дней, 40 лет. Да? То есть евреи проиграли эту войну, которая даже не началась. Поэтому вывод здесь, он очень актуален на сегодня, на сегодняшнюю войну.
Значит, вывод очень простой. Опять-таки, разведка может узнать какие-то факты секретные. Но как их интерпретировать, это, как их понимать, это самое главное искусство. Даже то, что мы видим, как они видели, что тут похороны, они-то неправильно поняли, неправильно интерпретировали. Поэтому вывод, который нам говорит Тора, он очень-очень интересный, суровый и острый одновременно. А именно, ошибка в разведке, любая, это не начало конца, это конец. Ошибка в разведке – это конец. Это проигранная война, может быть, даже не начавшаяся. Да? И поэтому это верно, посмотрите на все войны, которые происходили вот в новое время. Ошибка в разведке – это конец. Война может быть идти долго. Мы не знаем, сколько будет длиться эта война. Она может закончиться завтра, она может продолжаться еще долго. Тем не менее, опять-таки, ошибка в разведке приводит к поражению в войне. И поэтому не случайно принято, что Израиль проиграл войну судного дня, только ценой невероятных усилий сумел свести в ничью. Да? Значит, поэтому еще раз, разведка – это не просто важная штука, интересная. Это не фильмы про Джеймса Бонда. Разведка – это вещь критичная. Потому что, еще раз, разведка существует для того, чтобы ее слушать и ей верить. Не случайно там сыны Израиля в пустыне, они верят разведчикам. Да? 10 говорят одно, 2 говорят другое. Они верят им, потому что кто? А кто был на их месте? Никто, только разведчики. Поэтому, опять-таки, разведки создаются, чтобы их слушать, а не чтобы не слушать. И поэтому в Израиле после вот этого вот провала войны судного дня сделали очень серьезный вывод. В Израиле из одной разведки сделали 5. Их разукрупнили. Они стали конкурировать между собой, чтобы не говорили то же самое. Поэтому одна разведка говорит одно, другая разведка говорит другое. В Америке сегодня есть 17 разведок. Это огромная страна с огромными бюджетами, и с огромным населением, и с огромным интересом. Поэтому там есть 17 разведок. В Израиле сегодня из тех 5 осталось 4. Одну закрыли там, после провала с израильским разведчиком Полларда в Америке. Сейчас его в Израиль отпустил, в Израиле. Поэтому, опять-таки, я еще раз хочу вам сказать, опять-таки, что Тора не просто рассказывает какие-то истории, которые были когда-то и которые нам интересны или неинтересны. Это истории, которые говорят нам, как сегодня вещи работают, как работает сегодня война, как работает разведка, как нужно слушать кого-то или как нужно кого-то не слушать, какие вопросы задавать, какие вопросы не задавать. И поэтому выводы, опять-таки, из вот этих вот историй Торы и книги Йошуа, что в их поколениях, поколениях, когда Бог открыто вел евреев, разведка обыкновенная, которая сегодня, как ни странно, была не нужна. Это был признак того, что люди не полагаются на Всевышнего, а полагаются быть, как все народы. Сегодня ровно наоборот. Мы живем в эпоху сокрытия Божественного лица, поэтому нужно заниматься разведкой. Нельзя надеяться на чудо, это ровно то, что говорит Талмуд. Нельзя надеяться на чудо, что у мужчины вырастут груди женщины и пойдет молоко кормить младенца. Поэтому, опять-таки, знаете, опять-таки, что все эти рассказы Торы, они чрезвычайно верны на сегодняшний день. И опять-таки, исходя из того, что мы сказали, ошибка в разведке, да, то есть тот, кто нападает первый, да, евреи, израильтяне собирались из пустыни нападать на 7 хананейских народов и, да, и проиграли войну, даже не напав. Просто ушли зализывать раны на 40 лет в пустыне. Тот, кто напал первый, но ошибся в разведке, он проиграет. Это то, что говорит нам Тора. У меня на сегодня все. Вопросы? Да, я вот до сих пор не читал пророков. Иов – это тот, который в пророках пишется как великомученик? Нет. Это другой? Это другой. Спасибо.
Какие еще вопросы, кроме Йова? Поэтому еще раз, сегодня не полагаемся на чудо. Сегодня ровно наоборот. Делаем все усилия, которые нужны в мирной жизни, в военной жизни. Сегодня не полагаемся на чудо. Мы молимся про чудо, но полагаемся на наши приготовления. Им приготовления были нужны, это то, что там хочет сказать Святое Писание. Нам приготовления критически нужны. То есть мы учим от противного. То, что было у них, у нас сегодня наоборот. Ну, в начале главы Шлах написано: «И сказал Господь Моше, пошли разведчиков». Так пошли тоже себе. Пошли себе. Мне пошли не нужно. Себе, да, я да, Всевышний все, знаю, что для хорошего. Понял. Все, да. Вот пошли это себе. Я... Это первоисточник греха, первоисточник проблем. Пошли себе. Мне не нужно. Это то, что говорит Всевышний. Все, спасибо. Хорошо. Да. Если тогда на сегодня нет вопросов, тогда всем спасибо за внимание. Берегите это себя. Вам большое спасибо. Большое спасибо. Еще раз, опять-таки, приготовление. Ровно наоборот. От противного. Им не нужны были приготовления. Нам нужны. Нам нужны приготовления к обороне, к атаке, к мирной жизни, ко всему. Поэтому не полагаться на чудо. Но надеяться на него и молиться. Конечно. Все. Поэтому вам всего всем наилучшего. Всех обнимаю. Будьте здоровы. Живите богато. Спасибо вам тоже. До скорой встречи. До свидания. До свидания.